Во всех муниципалитетах Тюменской области проходят проверки частных домов. Работу усилили в соответствии с распоряжением губернатора. Сотрудники администрации районов совместно с пожарным надзором обходят каждое домовладение. Особое внимание многодетным, неблагополучным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам. В их домах устанавливают датчики дыма, а также внимательно обследуют печи, электрические и газовые котлы. Смотрим, имеется ли притопочный лист, который должен быть размерами 50 на 70 металлический, очистка дымоходов, который должен проводиться два раза в год весной и осенью, чтобы не было трещин в печке, они должны быть замазаны специальным раствором, забелены и так далее.